Скажи. Ну, начиналось с того, что родилась идея продавать, купать и производить детскую обувь хорошего качества. Ну и после изучения рынка Украины, Турции, Европы, Китая было принято решение все-таки ехать в Китай в силу наших ценовых предложений последнего года. Конечно же, в Китай поехать одному – это такой челлендж. Поэтому поехала с Андреем. Он мне предложил найти поставщиков, договориться о поставке, договориться о закупках и все остальное. В общем, все получилось. То, что мы задумали, все получилось. Надеюсь, еще раз поедем. Ну, так как у меня задача все-таки стояла найти поставщиков более крупных, которые смогут изготовить, ну, конкретно под меня индивидуальный заказ. Мне было важно там некоторые там опции, которые очень популярны в Украине. Например, если это зимняя обувь, то это должна быть черная подошва, черные шнурки, то есть никаких там светлых, красных, всяких вещей, то есть то, что люди больше всего любят. Ну и только благодаря тому, что мы все-таки вышли, нашли хорошего поставщика, более крупного, мы смогли добиться первого, это индивидуальный дизайн, но там даже две модели мы нарисовали сами, для нас нарисовали, уже работали. Второе, это то, что они согласились на не на самый, конечно, огромный объем, как они это заявляют, там, заявляют 600 пар одной модели. Мы смогли все-таки договориться на меньшее количество и несколько цветов в одну модель, и они согласились делать нас, наш логотип, наши коробки. То есть, ну, это, конечно, очень хорошо, потому что для того, чтобы начать свой бизнес, нету там огромного количества денег, чтобы вложить его там в склад, который будет 2-3 года продаваться в таких огромных объемах. Для начала, для раскрутки, конечно, это неподъемные вещи. Ну, отлично, что именно этот главный поставщик, у меня всего их 3 получилось, этот главный поставщик, самое большое количество. То есть там логотипы, модели, качество, выбор замша, выбор кожи, выбор лака. То есть все, что можно было, все, мы все открывали в каталоге, мы выбирали, нам рисовали, согласовывали все. Потом онлайн в чате китайском. То есть мое на сегодняшний день мнение, что на рынках нечего делать. И нужно очень-очень хорошо и глубоко искать поставщиков, именно там производителей. Качество другое, то есть ты можешь на какое-то индивидуальное отношение рассчитывать. И, ну, наверное, то, что они более English speaking иногда, и то, что с ними потом можно как-то общаться через интернет, а не, ну, то есть не быть привязанным, не летать каждый месяц в Гуанчжоу. Ну, как-то так, наверное. Ну, то есть мне ближе. В принципе, и сейчас такое время в Украине, что сейчас как именно то время, когда нужно начинать что-то новое, потому что очень много игроков с рынка ушло, те, кто остались, они либо очень дорогие, реально очень дорогие, то есть Турция, Италия, что касается обуви, то есть стоимость пары уже достигает взрослой пары, если мы говорим про детскую. И выбор не так уж велик, осталось 3-4 бренда, которые там самые мощные были, те, которые смогли удержаться на плаву. Так в каждом сегменте, в каждом бизнесе есть только самые мощные. И они как бы диктуют свою стоимость. Сейчас именно то время, когда нужно выходить, и Китай именно тот рынок, на котором можно это сделать. Потому что они, несмотря на то, что мы очень сильно просели по курсу нашего валюта, и нам, в принципе, сейчас все дорого, Китай остался для нас, и Китай дает те возможности, которые, ну, по качеству, которые мы хотим. Они уже давно ушли с того понимания, как мы раньше видели, что мы нечаянно, это очень плохо. То есть их отшивается весь мир, и дорогие, и средние бренды, и они дают, то есть, любое качество, любое замши, любой кожи, любых подушек. Ну, то есть абсолютно все, что только ты хочешь, привозишь любую модель любого знаменитого бренда, они тебе делают по твоим брендам, то есть абсолютно не, ну, легко. Китайцы достаточно дружелюбные, они очень заинтересованы в бизнесе, то есть они идут на уступки для того, чтобы в следующий раз ты приехал на книгу, заказал у них еще больше. Ну, а в целом про Китай.
не знаю, у меня было ощущение, что они более бедные. Оказалось, что они богаче, чем мы, значительные. Ну, вот так. Конечно, ну, неизгладимое ощущение производят их технологии, их то, какой у них уровень социальный, то, что они делают в своих городах, это реально, ну, то есть, мы так привыкли в Европу там путешествовать, но когда ты приезжаешь туда, ты понимаешь, что это, ну, абсолютно другой мир. Ну, и они ушли далеко вперед, и им политика государства только помогает развивать бизнес, поэтому все, что связано с новыми рынками, для них это супер интересно, они очень заинтересованы в сотрудничестве, в том, чтобы ты вернулся еще раз. Ну, в общем, партии все мои, там две партии готовы, третья еще нет, но по первым двум, по меньшей мере, по фотографиям, ты видел, Андрей, будучи принимающий первую партию, там все отлично. Вот скоро, когда она приедет, мы это все поддержим в руках, сможем уже точно сказать, что да, ну, то есть на данный момент все супер.